Ну, как видите, у нас партнер сегодня приходил, точнее, вчера уже. Сейчас время 00:30, 2 августа. Он там что-то сделал, там поставил на трубу купол, достал из сливной трубы духи, бутылку. Написал акт и типа вот, типа сделал ремонт, как видите. Как видите, ничего не изменилось. Пожалуйста, даже включу. Вот все видно. Я не понимаю просто, зачем так халатно относиться к крыше, где есть дыры даже маленькие. Ну вот, пожалуйста. Вот там проводка. О, уже тут же лужа. Что ты, что?